Здравствуйте, рады приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла в форме ангела с розами. Для этого нам понадобится растопленная белая основа, сухой перламутр, серебро, отдушка лилас и гелевый краситель. Также нам необходимо будет палочка стеклянная для перемешивания и 3D-форма ангел с розами в форме сердца. Выглядит она вот так вот. Для этого мы в растопленную белую основу добавляем отдушку, добавляем краситель и добавляем перламутр. Все хорошенько вымешиваем и заливаем формочку. Теперь заливаем основу в формочку. И ждем, пока мыло полностью застынет. После того, как мыло застыло, мы достали его с формочки и покрыли сверху немного серебряным перламутром. И вот у нас получилось такое вот мыло. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!